Улица Пушкинская, 12. Здесь, в центре Воронежа, расположен один из самых старых домов города. Его построили в начале 19 века. Кто был тогда владельцем, неизвестно. А вот затем усадьба с домом перешла во владение семьи купца Андрея Протасова. Для нас представляет интерес сам дом. Он кажется достаточно маленьким, компактным, но уникальным. Вглядитесь в его детали. Во-первых, закругленный фронтон. Это тоже особый шик тех далеких времен. Далее справа и слева две ниши, углубления, изящные, показывающие классические формы этого дома, где украшают этот дом такие вазы в античном стиле, которые придают ему такой незаменимый, ни с чем не сравнимый особый шик. После смерти купца собственником стал другой торговец Василий Федоров. Впоследствии его сын Константин построит здесь еще один дом, также ставший объектом исторического наследия. А еще это место уникально тем, что здесь стоит единственная сохранившаяся афиша. Тумба. Скромная, может быть, внешне невыразительная, нуждающаяся в том, чтобы как-то ее благородили в форме такого гриба с толстой ножкой. На самом деле это отдельная история начала рекламы в городе Воронеже аж 19 века. И сохранилась фамилия предпринимателя, который решил из рекламы делать деньги уже тогда. Фамилия его Клишин. Скорее всего, именно на этой тумбе в далекие времена висели афиши, приглашающие жителей Воронежа прийти на представление Анатолия Дурова или на спортивный турнир с участием знаменитого борца Ивана Поддубного.